Нацбанки сегодня рассказали, как будут защищать тенге от резкого падения рубля на фоне антироссийских санкций. Ослабление отечественной валюты уже привело к рекордному росту инфляции и снижению уровня жизни. Неприятный факт озвучили в Мажилисе. При этом больше 42% импортного товара прибывает в Казахстан именно из России. И все это на фоне партнерства в ЕАЭС. Депутаты сегодня поинтересовались, что намерен предпринимать Нацбанк, чтобы хотя бы минимизировать последствия. Но оказалось, что в политике фенрегулятора мало что изменится. По словам замглавы Нацбанка, они будут следовать стратегии свободно плавающего обменного курса, а в критический момент поддержат наши деньги валютными интервенциями. К слову, только в марте на сдерживание курса тенге из золотовалютных резервов ушел почти миллиард долларов. Национальный банк будет продолжит по политику свободно плавающего обменного курса, поскольку, по нашему мнению, именно данный режим является наиболее адекватным и наиболее способным и накапливать, и эффективно реагировать на внешние шоки. При необходимости мы будем проводить валютные интервенции. При этом наше участие на валютном рынке будет основано на рыночных принципах. Мы будем обязательно сказать, почему были, в какой момент времени были проведены операции и почему это было сделано.